Звук, камера, мотор. Редакция телеканала ЗАП ТВ каждый вечер рассказывает забайкальцам самые интересные новости. Корреспонденты освещают разнообразные темы: криминальные истории, драмы, веселые сюжеты и эксклюзивные материалы. Нередко мы помогаем разобраться нашим зрителям в самых сложных ситуациях, и слова благодарности – лучшая награда за выполненную работу. За кадром каждого материала остается труд оператора, журналиста, режиссера. Чистый звук, красивая картинка и увлекательный текст – залог интересного сюжета. Съемочные группы ЗАП ТВ каждый день узнают и потом рассказывают истории из жизни жителей Забайкалья. Мы показываем новости про вас и для вас, помогаем решать проблемы тем, кто не может решить их самостоятельно. Каждый случай, каждое происшествие мы стараемся не упускать, чтобы вы были в курсе всех событий нашего региона. Неисправность электросетей привела к замыканию. Сгорели 8 дачных участков. А вот это настоящее чудо ушедшей эпохи. Печная дверца с надписями, которые сегодня не каждому дано прочесть. Если ты любишь не только смотреть новости, но и умеешь интересно их рассказывать, мы будем рады видеть тебя в дружных рядах ЗАП ТВ. Есть желание создавать уникальные материалы, тогда тебе именно к нам. Новости, авторские проекты и программы – все это реально, главное иметь желание это реализовывать. Если ты готов получить интересную работу и любишь творить, это твой шанс. Ждем твоего звонка по номеру телефона 41 5107 или письма на нашу почту zaptv24@yandex.ru. Не хочешь звонить и писать, приходи на собеседование по адресу улица Шилова, 100, офисное здание, 4 этаж. Подробную информацию можно узнать по телефону, указанному на экране. Стань репортером ЗАП ТВ и рассказывай интересные новости всему Забайкальскому краю.